Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Буркин. Я участник группы Fish Bones. Мы играем музыку 60-х и 70-х годов. Это замечательная акция, которая идет на поддержку наших ветеранов культуры, потому что время нынче у нас такое сложное. И часто очень забывают об этих замечательных людях, которые, несмотря ни на какие трудности, в любое время были преданы своему делу. Поэтому я очень поддерживаю эту акцию, принимаю эстафету от заслуженной артистки нашей республики Лилии Хазигалиевой, мною очень любимой. Вот. И, наверное, хочется сказать, что, наверное, надо побольше нам проводить таких акций, побольше вспоминать о людях, которые всю свою жизнь посвятили искусству, культуре, а это значит всем нам, потому что без культуры ни одна страна не может считать себя цивилизованной. Я с удовольствием передаю эту свою эстафету трем людям. Это моим друзьям Анатолию Симонову, лидеру группы Outrider, замечательная команда, очень мне нравится. Моему замечательному другу Азамату Муратову, хоккейному комментатору. И еще замечательному другу и коллеге Анастасии Паниной, диктору телеканала «Россия Башкортостан». И мы, конечно же, для вас сыграем одну из наших любимых песен. Спасибо вам, ветераны. Someday.
Дмитрий Бункер. Привет, Крашенин Николаев. Бестерецин, бас-гитара. Николай Золотинов, барабаны.